Yevgeny Ustugov, fourth here in the pursuit in Hochfilzen. Начали 17 место и на четвертое. Какой молодец. Спасибо за поздравления. Сегодня благоприятствовала погода. Сегодня очень солнечно, тепло, и не было ни ветра, ни снега. И сегодня довольно-таки много спортсменов стреляло на отлично. И сегодня промахиваться нельзя было, и поэтому за счет, скажем так, хорошей нулевой стрельбы я выбрался на такое довольно-таки близкое место. У вас это какая-то специализация, pursuit? Нет, мне нравится каждая гонка, я люблю все гонки, без исключения, начиная с индивидуальной, заканчивая эстафетой, поэтому каждая гонка любимая, каждая интересная. Ладно, большого успеха на следующей неделе. Спасибо большое, спасибо.